Ситуация заключается в том, что многие друзья, поклонники, люди, которые меня окружают, они в курсе, что я дико, ну, по каким-то причинам не очень люблю группу Иванеса. Вот, ну, не люблю, прям вот не знаю, что, но что-то вот сердце так не сжимает и не разжимает. Хотя на периоде там первого альбома как-то все было, наверное, ближе к честному какому-то творчеству, а потом, видимо, перетрубаться и ссоры в группе, наверное, такие вещи творят. Ну вот, потому что когда два талантливых человека собираются, тогда это как-то аккумулируется энергия. Когда один человек всех выгоняет просто из группы, говорит, ну вас всех, я вот сейчас, и вот как-то, ну, что-то не цепляет. Ну, бывает такое, ладно, не будем об этом. Но есть такая группа Caesar. Да. Вот, и вот эта песня именно вот в таком виде, вот очень она мне почему-то понравилась. И даже несмотря на то, что исполняет ее вместе с солистом, вокалистом группы Эмили, собственно, там, по-моему, девушка его, наверное, была даже, да, поэтому... Вот, эту песню мы сегодня играем, потому что завтра вот в Москве мы ее будем исполнять немножко другим составом. Нас будет очень-очень много, просто, к сожалению, вот ввиду транспортных всяких дел мы не смогли полным составом приехать. И эта песня просто очень нравится еще нашему Ленечке, пилоту. Вот мы его запрягли, завтра он будет нас на барабанах играть. Так что в любом случае появится видеозапись, всякие интересные штуки. А сегодня мы ее сыграем вот в таком виде, и петь я буду одна за два пола. А вы, кто знает песню Broken, собственно, все поем вместе со мной. Договорились?